Григория Федосовича и Марию Евгеньевну Тоболич связывают не только супружество. С юности они учились и работали рука об руку. Мы поступили в Театральный художественный институт, сейчас это Белорусская академия искусств. На первом курсе поступили и так работали, а потом к концу своей учебы, а мы 6 лет учились, конечно, поженились. Естественно, мы находили какие-то общие темы, вместе работали. И тем более мы выходцы из деревень, как бы родились в деревне, у нас это близкая была тема всегда. Григорий и Мария Тоболич работают вместе не только как художники, но и как педагоги. Они трудятся учителями изобразительного искусства в Минской гимназии номер 75 имени Масленникова. Кроме того, оба являются членами Союза художников. В наш город супруги Тоболич приехали с дочерью и внуком. Дети художников продолжают династию и тоже выбрали своим главным делом изобразительное искусство. Выставка в Слуцке получилась ретроспективной. Здесь выставлены работы, написанные художниками в разные периоды творческой жизни, в разных направлениях и жанрах. Мы отобрали работ в 2 раза больше, чем их представлено, потому что очень много хотелось показать. Не все вошло в экспозицию, к сожалению, но основная часть представлена в зале, и можно увидеть, что как начало нашего творчества, так и уже сегодняшнего дня, так сказать, чтобы там отсеивали сильно, ну, много привезли просто работ, и, ну, наверняка лучшие. В Слуцкой галерее Мария Евгеньевна и Григорий Федосьевич представляют свои работы впервые, но по их признанию наша галерея им очень понравилась, и, возможно, в следующем году они вернутся сюда с работами своих учеников.